Начав свой путь в 2007 году в Москве, фестиваль прошел по разным городам России. В этом году конкурс переместился в Калугу, где собрал 78 телекомпаний-участников. Среди них были представлены 140 работ от федеральных и региональных каналов, продюсерских центров, в том числе документальный фильм телеканала «Видное ТВ» «На вес золота». Во время проведения фестиваля гости принимали участие в мастер-классах, где делились профессиональным опытом члены жюри конкурса. В его составе были такие мэтры отечественного телевидения, как Леонид Млечин, Игорь Угольников, Кирилл Набутов, Татьяна Устинова и другие представители федеральных каналов. На ваше время пришлись совершенно иные условия. И вы живете, в зале очень много молодых лиц, вы живете и работаете в совершенно другое время, которое предъявляет вам совершенно новые вызовы. Организаторы предоставили возможность конкурсантам принять участие в просмотре и обсуждении работ своих коллег из разных телекомпаний. Мы можем, конечно, высказаться прилинарно и что-то такое общее рассказать вам, но, может быть, в зале действительно есть коллеги смелый дух. В итоге высказались все. Прозвучала не только критика, но были отмечены и удачные моменты. Для многих начинающих авторов фестиваль стал школой повышения мастерства. Также хочется отметить большую культурную программу. Гостям предложили несколько увлекательных экскурсий по Калуге. Я буду вашим экскурсоводом на ближайшие, наверное, пару часов. И мы с вами отправляемся во Владимирский скит монастыря Тихонова пустыни. Особо запомнилось посещение местной телерадиокомпании «Ника ТВ». И это спутниковый канал, и у многих есть возможность посмотреть их программы. Однако увидеть телекухни изнутри удается не каждому, особенно во время выпуска новостей. Предстоит определить победителей конкурса «Современник на экране». На конкурс, напомним, поступило ни много ни мало 140 заявок от нескольких десятков компаний. Будут отмечены лучшие работы в номинациях «Вдохновение», «Цена жизни», «Эхо памяти», «Профессия как призвание», «Открытие». В 5 номинациях, которые назвал ведущий Ники ТВ, были определены победители. Но жюри учредило еще несколько специальных призов. Так, наш телеканал получил приз от городского головы города Калуги. Нам вручили диплом и цифровую камеру, которой мы обязательно снимем много новых и хороших работ. Елена Бабина, Елена Кошелева, «Видное ТВ».